таблички вынимаем и дописываем. Значит, первая, да, группа, потом вы сделаете с каждой группой. У вас написано Б, да, Б, да, звуки, звонкий глухой, группа, первая группа. И написано би-бе-ба-бу-бу-бы, пи-пе-па-по-пу-пы, дальше у вас би-бе-ба-бу-бу-бы. А теперь берете первые две строчки, то, чего мы еще не делали с вами, остальное отработано у вас уже. Вы ставите скобочкой, вот так у вас идет там би-пи, да? Вот так би-пи, и дальше строчки. Ставите вот так скобочкой, вот такой, да? И ставите стрелочки вниз и вверх. То есть, что вы будете говорить? Би-пи, либо пи-би. И всю строчку таким образом, да? Попробуем сейчас вместе. Пошли. Пиби, пебе, паба, бобу, пубу, пыбы. Хорошо утрируем, хорошо даем. Сидя, конечно, не очень хорошо работает. Мы сейчас с вами встанем. Что помогает нам? Владик, что нам помогает? В каком смысле? А что-то помогает вообще при технике речи? За счет чего мы хорошо произносим согласные звуки? Связки. Одними связками? Нет. Ну так надолго не хватит, если одними только связками. Язык. Что? Язык может. Ну да. Ну где-то да, язык. Что? Может быть еще что-то. Дыхание, диафрагма, да, подача, четкая подача. Со звонкой, простите, со звонкой. Пошли обратно. Би-пи, бе-пе, ба-па, бо-по, бу-пу, бы-пы. Бы-пы. Хорошо очень. Так. Кто прочтет? Прямо со сцены. Представьте себе, что у вас не би, не б, не бип, не бэп, а у вас вы актрисы, вы актеры. В этом во всем сейчас нужно прямо заключить какую-то смысловую, смысловая должна быть нагрузка. Би, бэ, ба, бо, бу, бы. Помните, мы с точками как читали? Пи, бэ, па, бу, бу, бы. Потом дальше у вас бип, бэп, бап, боп, буп, бып. Би, пи, бэ, пи, ба, па, бо, пу, бу, пы, бы, пы. И наоборот. То есть придумывайте себе какую-то историю. Прочтите. Пока не вышли. И еще мы дописываем что? Вот у вас идет буква, да? Б. И пошли дальше вниз. Б, 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 б. Вот эти пойдут подъемы. Би, 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 би. И в конце бип. Би, 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 бип. Вот у вас гласные. Дальше. Б, 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 б. Ба, 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 бап. Бо, 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 боп. Бу, 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 буп. Бы, 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 бы. Что нам помогает? Что нам помогает? Работа с чем? С точками, с акцентами. Би-би-би-би-би, куда идем? Динамика, динамика. Сами себе. Если вы просто будете думать о том, как пробибикать. Би-би-би-би-би-би-би. Вы, может быть, и остановитесь. Потому что, когда вы работаете, всегда привожу пример. Нет, надо будет, наверное, с собой взять. Возьмите любую веревку, скакалку там или что-то, начните вот так крутить. Она ведь при скорости не упадет. Она будет крутиться, крутить, стоит. Все, и она упала. И она упала. То есть если есть полет мысли, если полет идет и динамический полет, и вы куда-то стремитесь, у вас меньше, у вас практически нулевая вероятность, что вы остановитесь. Если только вы начинаете зацикливаться на би-би-би-би, вы точно остановитесь. Если вы это воспринимаете как только упражнение, как тренинг, вы воспринимаете это как то, что вы что-то декламируете, что-то рассказываете, вкладываете, да, би-би-би-би-би-би. Ну тут по темпоритму идет би-би-би-би-би. Так, би-би-би-би-би-би-би. Можно добавлять, конечно, би-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 би. Работа еще на что будет в этом случае? На диафрагму, на дыхание, совершенно верно. А если еще больше? Еще больше. А теперь наоборот. А как на пиано сказать? Как?
Что нужно сделать? Что нужно нам сделать с основной нашей подружкой, чтобы внизу прозвучать, если вы на пиано ушли? Открыть. Ну, понятно, если мы не открываем. А что у нас? У нас связки-то где находятся? Поднятие. В гортани они находятся. Значит, если мы... Опустите. Опустите. Если мы опустим, ничего не прозвучит. Да, поднять нужно. Надо удержать нужно. Нужно удержать гортань в среднем положении. А удержим мы ее чем? Диафрагму, конечно. Мышцы. Правильно, Юля. Все правильно. Итак, цепочка ваша. Понятно, что мы добавляем? Би-би-би-би-бип. Пошли сейчас. Вот в таком темпоритме. Би-би-би-би-бип. Пошли все вместе. Би-би-би-би-бип. Бе-бе-бе-бе-бе. Ба-ба-ба-ба-ба. Бо-бо-бо-бо-бо. Бу-бу-бу-бу-буп. Бы-бы-бы-бы-бип. С нашей нижней челюстью прямо проблемы у нас у многих, да? У многих. Зажато. И... Да, Влад, ты... Ну, там. Давайте кулачок поставим под нижнюю челюсть. Нет, вы не опирайте об стол. Прямо давите на нее. Отпускайте. Чувствуете? Немножечко за... А теперь прямо с открытым ртом. Ма! Прямо возьмите ее что-нибудь. Давайте попробуем сделать так. Два сапога пара. И вы, когда пара, вы отпускаете кулак. Давим, пока два сапога говорим. Два сапога пара. Да. Два сапога пара. Два сапога пара. Да, хорошо. Хорошо. Освобождаем. Освобождаем челюсть. Думайте всегда об этом. Что там, Влад, тебе весело? В смысле, да нет. Да, вообще замечательно. Так, с П. Пи-пи-пи. Хорошее П. Пи-п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 и
би. Двойная как бы бэ. Пи-пи-пи-пи-пи-пи. Пе-пе-пе-пе-пе. Па-па-па-па-па-па. Бо-бо-бо-бо-бо-бо. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Пу-пу-пу, еще раз упы. Пу-пу-пу-пу-пу-пы, пы-пы-пы-пы-пы-пы, пу-пу-пу-пу-пы, пы-пы-пы-пы-пы-пы, пу-пу-пу-пу-пы, пы-пы-пы-пы-пы-пы. У кого заболела челюсть? Пу-пу-пу-пу. Кого? Вот здесь, вот здесь. У меня вот здесь. Вот здесь. Чем тебе челюсть? А в принципе, понимаете, нужно до такой степени наработать технику, да, и до такой степени артикуляционный аппарат должен быть у нас разработан, чтобы мы никаких дискомфортов, по большому счету, не испытывали. Но пока можете испытывать, потому что нет еще такой хорошей... Если ничего не болит, значит, ты не работаешь? Ну, либо, здесь два случая, Поля. Либо у тебя идеально все, ты сейчас выйдешь сюда и расскажешь. Почему не надо? Иди попробуй. Давайте я буду. Либо действительно ты где-то, может быть, не нарабатываешь. Потому что здесь мы должны немного утрировать, даже не немного. Би-би-би-би-бип, би-би-би-би-бип. Би-би-би-би-бип. Конечно, в жизни вы так не скажете. Вы просто скажете би-би-би-би-бип. Би-би-би тоже же слышно. И тоже хорошее. Би-би-би-би-бип. Выйдите на сцену, у вас половина уйдет. Оно сравняется. Но если мы будем в классе работать, би-би-би-би-бип, бо-бо-бо-бо-боп, ба-ба-ба-ба-бап, тоже хорошо, тоже все слышно. Но, а потом еще, вы на сцену выйдете, еще снизите и амплитуду, и подачу, и атаку, и совсем перестанет, вас не будет слышно. Поэтому мы на упражнении, мы... Да, здравствуйте. Ничего. Так, Юль, попробуешь? Ой, Поля, попробуешь? Хочу. Да можешь с места, но лучше встать. Лучше встать, потому что вы когда сидите, что вы поддавливаете диафрагму? Влад, успокойся. Полин, бери посильный темп для себя и очень хорошо обопрись. Прямо хорошо. Нет, прямо всю группу. Начни. У тебя с самого начала, может быть, будет чисто психологически сложновато. Но первые это строчки легкие. Би, бе, ба, бо, бу, бы. Иди сюда. Тебя все видели. Пошли. Меня все видят. Пошли. И би, бе, ба, бо, бу, бы. Би, бе, ба, бо, бу, бы. Би, би, би. Би, бе, ба, бо, бу. Бип. Еще разочек, не слышно? Бип. Бип, бэп, бап, боп, буп, бип. Бипи. Бипи, бэпэ, бапа, бопо, бупы, бипы. Бипи, бипэ, бэ, папа, побо, пупы, пыпы. Молодец. Бип, 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 бип,
Молодец, хорошо. Как сейчас челюсть? Как? Не болит ничего, все хорошо? Ну молодец, значит, уже владеешь. Но самой что вот? Был какой-то небольшой дискомфорт? Что-то было? Буквы расплываются. Буквы расплываются. Ну молодец, справилась. Для первого раза молодец, справилась. Так. Следующая группа. Звуки. В. Поработали. В. 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 Что работает? Какие группы у нас речевого аппарата задействованы? В. 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 Что? Нервно. Губы? В. А, губы. Губы. Да. В. Что с языком? Что с языком? Где он? Внизу. Лежит себе, полеживает. Лежит себе, полеживает. Правильно, как сказала Лера. Лежит себе, полеживает, отдыхает. Губу закусывает. Немного, да. В. А какая более активная губа? Нижняя. Какая? В. 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 Нижняя. В. В. Верхняя. Нет. Никакая. А мне кажется, верхняя. С точки зрения мышц. А, ну она тоже наверху ее нужно держать. С точки зрения именно мышечной. А, да, она напряжена. Она напряжена больше. Согласны? Да. Согласны. В. 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 Пошли. То же самое. То же самое, да, там эти волосочки, да. То же самое. Ви, бе, ба, бо, бу, вы. Фи, фе, фа, фо, фу, вы. Ви, бе, ба, бо, бу, вы. Хорошо. Темп взяли быстрый. Темп взяли. Так мы уже перешли на другую. Нет, в смысле. Сейчас пошли, мы темп взяли очень быстро. Еще разочек. Еще разочек, и все вместе с третьей строчки. Ви, бе, ба, бо, бу, вы. Вифи, бефе, бафа, вофо, вуфу, выфы. Фиви, фи. Простите, еще разочек. Фиви, фебе, фава, фово, фувы, фывы, фову. Ой, простите. Фуву, фывы. Почему-то предпоследние и последние мы теряемся. Еще разочек. С глухой. Фиви, фебе, фава, фово, фуву, фывы. Смотрите как, да? О, у, и. Фову, фы, фуву, фо, фу, фы. Фову, фуву, фывы. Положение губ, положение языка очень близко, и мы здесь теряемся. Попробуем еще раз, смотрите. Фо, фу. Что поменялось в артикуляции? Фо, фу. Губы потянулись. Чуть только. А остальное все то же самое. Фофу. Поменяйте местами. Фафу. И вам будет легче говорить. Но здесь именно почему так стоят гласные. О-у. О-у-и. Скажите их сейчас без согласных. О-у-и. О-у-и. При букве О, при звуке, простите, при звуке О. А что с челюстью? О-у-и. Она чуть. Чуть, а потом еще больше. Ой, теперь согласны. Фо, фу, фу, фывы. Побыстрее. Фо, фу, фывы. А теперь на легато. Фо, фу, фу, фывы. Фо, фу, фу, фывы. Фо, фу. Фиви, фебе, фава, фово, фуву, фыбы. Вот вы сделали три раза отдельно эту группу, вы сейчас сказали хорошо. Отдельно просто, потому что очень близка артикуляция. Согласны? Чуть действительно правильно вытянуты, чуть губы и челюсть. Чуть-чуть подана вперед. Так. З-с. З-с. Пошли. У кого не работает? Чуть позже. У кого не работает диафрагма? У кого ничего не работает?
Вот здесь ходит. И язык ущербно. З. Не з, Юленька, только з. 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 Так. Пошли. Медленно то же самое. За, зо, зу, зе, зы, зы. Зизы. За, зо, зу, зе, зизы. А почему у нас здесь... Смотрите, у нас здесь поменялось. Да, а можно так же... Раньше. Вы хотите как-то? Так легче. Ну так, когда когда, конечно. Понятно. Полина, когда Владислав Яковлевич составлял эти таблицы, ведь он, наверное, думал, почему именно в таком порядке? Да потому что сложнее. Мы не ищем легких путей. За, зо, зу, зе, зизы. Зизы, зизы. Зя, зё, зю, зе. Зви, зве, звя, звёз, звю, зви. Сви, све, свя, свёз, свю, сви. А теперь зыс. Давайте попробуем. Зас, зос. Первая строчка с добавлением глухой С в конце. Пометьте себе сверху. Прямо сверху напишите. Начинаем с чего? Зас. Получится. Получится. За. И везде у вас будет С. И дальше. Зас. Да. Зас, зос, зус, зес, зизн. Первая строчка добавляем. Пошли. Зас, зос, зус, зес, зис, зыс. Путаемся, да, в гласных фонемах? Еще ты нет. Еще разочек. О, артистка. Пошли еще. Зас, зос, зус, зес, зис, зыс. А теперь в конце звонкое. Зас. Успеваете, пошли. Заз, зоз, зуз, зез, зиз, зыз. Как хорошо должна работать артикуляция. Подписывайте себе. Если мы не работаем, ничего не скажем. А теперь смотрите. Заз, зас. Давайте звонкая, глухая. Пошли. Заз, зас. Зоз, зоз. Зуз, зуз. Зез, зез. Зиз, зиз. То есть разные. Немножечко сейчас перепутали. Разную нагрузку даете сами себе. Упражнение можно крутить как угодно. Вы можете говорить заса, зосо, зусу, зеса, зисы, зиси, 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 зыси. Пошли медленно. Заса, зосо, зусу, зеса, зиси, зыси, зыси. Зиси, смотрите, какая улыбка, да? Зиси, зыси, зысы, зысы. Не так-то и легко, как кажется на первый взгляд. Подумаешь, какие-то там все. Еще разочек. Только знаете, что мы делаем? Мы снимаем с легато, а мы должны сделать это на одном дыхании. Заса, зосо, зусу, зесе, зиси, зысы. Правильно. И опять же, к концу, как мы говорили с вами при чтении, мы уходим с вами все время в нижний регистр. Мы прямо опускаем эту строчку, как будто мы, да, рассказываем какую-то сказку. Идет зи-си, зы-сы. Нет, зы-сы. Здесь же останьтесь. Иначе зы-сы. Что? Иначе ползет опять гортань вниз и пропадает зы-сы. Окончание фразы. Когда вы на сцене будете говорить... Вы можете его скушать, это окончание. Скажите зиси, зысы. Здесь же останетесь. Пошли. Зиси, зысы. Вот и все, и вы остались здесь же. Вы остались здесь же. А теперь зизизизизис. Пошли. Зизизизизис. Зезезезезез. Зазазазазаз. Зозозозозоз. Зузузузузуз. Зызызызызыз. А теперь наоборот начнем отсюда. Зызызызызыз. Зу-зу-зу-зу-зус, зу-зу-зу-зу-зус, зе-зе-зе-зе-зес, за-за-за-за-зас, зи-зи-зи-зи-зис. Меняйте, меняйте. Понимаете, мы иногда привыкаем, вот это стереотип. То, что, да, сказала Поля, мы уже подпривыкли. У нас идет е-о-о-ой. Мы уже выучили как небольшую, как, не знаю, как стишок какой-то такой, как попевку какую-то. И мы привыкаем, поэтому вы берете сейчас и совершенно в разном порядке. Я вам сейчас позволяю сделать кто... Как хочет. То есть мы работаем сейчас с S, то есть си-си-си-си-сис, си-си-си-сис.
зи-зи-зи-зи. А в конце идет, если мы начинаем, если с глухой, если начинаем, значит в конце у нас что? Звонкое. Звонкое. Зи-зи будет. Зо-зо-за-за-зу-зу-зы-зы. Пошли. С глухой, с глухим звуком с. Пошли. С любой фонемой. Со-со-со-со-со-зи. Так, не поняли. Со-со-со-со. Зо-зо. Да, в конце идет звонкое. Но вы начинаете, да что? Двойная, да, двойная, Лера. Вы начинаете с любой из фонем. То есть мы меняем, мы ломаем стереотип. Давайте вместе и в том порядке. Ага, встал, спасибо. Давайте отсюда начнем. Пошли вместе. И сы-сы-сы-сы-сы-сы. Су-су-су-су-су-су. Со-со-со-со-зо-зо. Са-са-са-са-за-за. Се-се-се-се-зе-зе. Си-си-си-си-зи-зи. Вот теперь понятно? Да. Ага. А теперь давайте еще разочек с хорошей атакой стали на ноги. Возьмем посильный темп, чтобы мы справились. Пошли теперь немного облегчим, но при этом очень хорошая атака. Вы отстань ровно. Если хочешь спать, ложись. Да не хочу. Ну так тогда встань и работай. Пошли еще разочек. Пошли. Начинаем с ки. Пошли. Си-си-си-си-си-си. Се-се-се-се-се-се. Са-са-са-са-за. Со-со-со-со-со-со. Су-су-су-су-су-зу. Си-си-си-си-си-зи. Легче было сейчас? Да. Потому что просто поработали. Присаживайтесь.